Спасибо, Люба. К слову, территорию Березняковской полиции признали одной из лучших в регионе. В краевом управлении МВД прошло награждение победителей конкурса «Самая благоустроенная территория ОВД». Состязание проходило среди территориальных отделов полиции и структурных подразделений главка. На участие в конкурсе была подана 21 заявка. При выборе победителей оценивалось несколько показателей, в том числе внешний вид здания отделов полиции, благоустройство прилегающей территории, озеленение, а также комфорт и удобство для граждан, которые посещают органы внутренних дел. Первое место занял отдел полиции по Пермскому району, второе место присуждено Березнякам, третье – Чусовому. Победителей наградили дипломами и ценными подарками. Отмечу, что конкурс «Самая благоустроенная территория органа внутренних дел» в Прикамье проводился впервые.